узнать о своем здоровье очень многое всего за 2 часа. Именно столько времени обычно проводят пациенты в центре диспансеризации, расположенном на территории Видновской клинической больницы. Это отдельно стоящее здание работает уже больше года, и за это время десятки тысяч человек убедились, что современный чекап – это быстро, удобно, информативно. Подобных модульных зданий в Подмосковье всего 3. Все они предназначены только для проведения диспансеризации. А это значит минимум времени для пациента и максимум комфорта и, конечно, пользы для здоровья. Внутри 500 квадратных метров есть все необходимое для проведения первого и второго этапов диспансеризации. Смена здесь рассчитана на 60 посещений. Работают врачи 2 смены в день. Первый этап диспансеризации входит перечень таких исследований, как антропометрия, измерение артериального давления, измерение КГ, взятие крови на сахар, холестерин, общий анализ. Мужчин дополнительно еще онкоскрининг на смотровой кабинет женщины с взятием мазков на онкоцитологию, флюорографии и маммографии. Также здесь можно сделать УЗИ и энцефалографию, поставить прививки. Для каждого пациента составляется маршрутный лист, по которому можно без очередей пройти необходимый объем исследований. Впечатления великолепные. Быстро, просто, рядом с домом доступно все. Ну, скажем так, с моего адреса мне не очень удобно доехать, поэтому я езжу на велосипеде через красивый парк, который нам здесь недавно реконструировали. Вот. Все быстро, просто все исследования приходят в электронном формате на мою карту медицинскую в госуслугах. Все новое, все чисто, аккуратно. Народу практически никого. И, что удивительно, в общем-то, легко было записаться. И сейчас быстренько пройдем, надеюсь. И выясним, что там со здоровьем. Центр диспансеризации работает с понедельника по пятницу с 8 до 20 часов, выходные с 9 до 15. Право пройти профилактический медосмотр имеет каждый гражданин, вне зависимости от прикрепления к Видновской клинической больнице. Екатерина Коваленко, Евгений Бех, Максим Константинов, Видное ТВ.